Забота о сиротах и людях с ограниченными возможностями здоровья, попечение о немощных, одиноких, пожилых, о бездомных и малоимущих, забота о матерях-одиночках и многодетных семьях в трудной жизненной ситуации – это только некоторые направления в социальном служении, которые развивают сегодня и государство, и общественные организации, и церковь. Накануне отмечался праздник тех, кто посвятил себя этому благородному служению. О том, как отметили День социального работника в Новосибирске, следующий сюжет от наших епархиальных коллег. Торжественное собрание, посвященное Дню социального работника, состоялось в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. На праздник были приглашены руководители подразделений социального обслуживания, ветераны труда и те, кто сегодня своей заботой и живым участием помогает нуждающимся в помощи людям. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим высоко оценил труд социальных работников и вручил им благодарственные письма. Сегодня, когда в России отмечается День социального работника, конечно же, со словами поддержки и поздравления обращается к этим благородным людям и Русской Православной Церкви. У нас множество совместных проектов, когда мы вместе оказываем необходимую помощь людям. Главное, чтобы в нашем обществе всегда помнили о таких вещах, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему. И очень важно, что этими добрыми качествами обладают те, кто посвятил свою жизнь социальному служению. Мы молимся за этих людей и желаем им крепости душевных и телесных сил на их нелегком поприще служения. Да хранит их Господь!